Вот давайте сегодня поговорим о отечественном производстве. Что такое отечественное производство? Давайте все-таки посмотрим, как мы это все видим. Что такое отечественное производство? Я летаю за границу. Вы все это прекрасно понимаете, что приходится летать. Вот. И везде и всюду я вижу, как только приземляюсь в тех аэропортах, везде и всюду я вижу танкеры «Лукойл». Отечественное производство, если честно. Также везде и всюду я вижу заправки «Лукойл». То есть мы говорим о том, что «Лукойл» — это транснациональная компания. Она занимается и работает не только в России, в том числе. «Лукойл» — это совсем не то, что было раньше. И вам надо понять, что те 25 лет, которые прошли после того, как Советский Союз развалился, они, естественно, показали замечательные данные. То есть раз мы продаем свое топливо везде и всюду, почему мы не можем продавать свое масло везде и всюду, такое же качественное? И в данном случае, когда мы сегодня говорим о линейке Genesis от Лукойла, это супер замечательное масло, при этом это российская цена. И эта российская цена представлена во всех дилерах, которые продают вам Лукойл. То бишь, мы вам сегодня покажем, что в действительности вы можете заливать себе отечественное масло и не влетать ни на что другое. Потому что «Лукойл» — это транснациональный бренд. Вообще-то речь шла о следующем. По сути, вы меня знаете. Автостоп уже почти 15 лет. По сути, вы понимаете, что я не только люблю машину, я их чудесным образом и ремонтирую сам. Все сам. А также, по сути, я часто путешествую. 50 раз за рубеж, и по сути не каждый это сможет. А еще я там катаюсь и внимательно смотрю, и я вижу, что наше реактивное топливо от «Лукойла» льется в движки самолетов. И я заправляюсь «Лукойлом» и понимаю результат, и это круто. Мало того, я там вижу на каждой заправке свои масла в коробку «Автомат». То есть мысль приходит правильная. Я не хочу, проживая в грамотной стране с собственным запасом топлива, лить в свой двигатель что-то другое. А еще меня бесят типа специалисты, типа сервисов, которые нахваливают только типа свое масло. То есть понятен результат. 25 лет минуло с момента распада того, во что я верил. Жалко, конечно, но и мы умеем двигаться вперед. И мысль правильная. Я залью в свои... И, естественно, импортные машины, то, что я думаю, это «Лукойл». А тут еще новинка – Genesis. Итак, что это за масла? «Лукойл Genesis Armortec 5W30». Его преимущество – высокие показатели экономии топлива и снижения выбросов. Превосходные антиокислительные и антикоррозионные свойства. В основе технологии Duramax молекулы с двумя точками соприкосновения. Они плотнее крепятся к поверхности, образуя прочный ковер, который защищает детали двигателя в 10 раз лучше тестовых нормативов. И эта технология одобрена Renault и Ford'ом. Следующее поколение – «Лукойл Genesis Armortec 5W40». Оно содержит высокое содержание нейтрализующих присадок, позволяющих использовать топливо с повышенным содержанием серы. Здесь та же технология – Duramax. Они лучше крепятся к поверхности, образуя прочный ковер, который в действительности защищает детали вашего двигателя в 10 раз прочнее. И имеет одобрение BMW, Mercedes-Benz, Renault, Volkswagen и Porsche. «Лукойл Genesis PolarTech 0W40». Аналогичен Armortec, но с улучшенными низкотемпературными свойствами. Ключевой тест на прокачиваемость, не на замерзание. Минус 20 градусов. Он сохраняет прокачиваемость в 2 раза лучше нормы и проворачиваемость при минус 35. Технология Thermostars основана на разработке молекул, изменяющих свою формулу при перепадах температуры. Это позволяет сохранить прокачиваемость масла в 2 раза лучше тестовых нормативов даже при температуре минус 40 градусов. И обеспечивает легкий старт двигателя. «Лукойл Genesis GlideTech 5W30». Масло с улучшенной топливной экономичностью, меньше потерь на трение, улучшение скольжения, обеспечивающее экономию топлива. Оно одобрено для Америки и для Японии, а также для General Motors. И благодаря технологии Trimoto Pro современный модификатор трения значительно снижает нагрузку на детали двигателя, обеспечивая защиту от износа в 3 раза лучше и экономию топлива в 1,5 раза выше тестовых нормативов. Кроме всего, у него высокий показатель экономии топлива и снижения выбросов.
Lukoil Genesis Claritec 5W30. Это масло с усиленными моющими свойствами, что требуется для дизельных двигателей. И с помощью технологии ActiClean молекулярные соединения, образующие на поверхности деталей плотный защитный слой, который сохраняет чистоту двигателя, соответствующие максимальным тестовым показателям 10 баллов из 10. И эти все новые масла Genesis, они вам предлагаются во всей розничной сети, где есть марка Lukoil на территории Челябинской области.